Всем здорово, ребят, с вами Вайн. Сегодня мы снова продолжаем качаться, и я даже не знаю, как мы достигнем эти 900 миллиардов, но мы это должны сделать, просто обязаны. Сейчас у меня максималочка 888, я еще раз повторил, эти 880 миллиардов было 850, так что все хорошо. Да, я надеюсь, у нас все получится, давайте тянуть не буду, все, погнали к ролику. Наверное, я скипну все эти награды, и да, сразу приступим. Что ж, погнали. Что ж, давайте тогда начнем с подарков. Ну как, мы уже с гильдии начали, но подарочки это самое то. И да, 700 кристаллов с арены. Я, бляха, до 5 утра не спал, у меня уже глаза слепались. И потом еще час мы пытались все выбить хороший результат. Ну как мы, я пытался выбить себе хороший результат. Короче, набил там 23 миллиона 900 тысяч, практически 24. Там какой-то чертило обогнал на 50 тысяч меня. Да. Ну ладно, 700 кристаллов, это тоже неплохо, это тоже хорошо. Давайте заберем. Усна. Пойдет. Дальше, 220 кристаллов с сезона арены, нифига себе. Почти 2000 алмазов кристаллов. Так, ну-кась. Конечно, конечно, ами-ключик, почему бы и нет. Так, я спокоен, да. 997, практически 2000. Давай еще чуть-чуть, еще 120, это уже хорошо. И у нас... 2117. Мне главное их не потратить, потому что я могу это все слить за буквально за одну секунду. Так что да, нужно быть очень осторожным. Еще один ключ. Моракс! Неужели? Еще 70 кристаллов. Как хорошо быть богатым в топах и так далее. Еще 250 кристаллов, нифига себе. 2500 у меня уже. Да. Еще, ребята. Ютуб, привет. Здорово, Буич. Так, продолжим. А на чем я там остановился? Так, вот, еще кристаллов так 3000, и у меня, считайте, будут новые лимитки. Я буду просто мега сильным. Да, я дебил, коплю кристаллы сейчас на лимитке, потому что все потратил. Так, хорошо, едем дальше, едем в астрал и погнали. Мне тут хватит только вроде бы, да, на один кристаллик. Сегодня максимум заберем 3. Я схожу куда-нибудь и, да, заберем. Так, сдавайте за 770 кристаллов ваши ставки. Открываем вот Water Crit Mod. Все, можем говорить, что это говно голимое. И теперь тут. Хорошо. Вот он красиво выглядит, он должен мне дать хорошие статы. Так, здесь я, может, покупаю. Здесь, конечно же, красную пыль. И здесь я 10 таких токенов. Хорошо. И это тоже купим. Почему нет? 472 осталось у меня. 472. Как это плохо. У меня просто выбор. Я могу открыть 28 элитных ящиков в данжах и получить, может быть, хотя бы 2 кристалла. Или же пойти сюда и получить 0. Точнее, 1, и можем быть говняным. Давайте, знаете что? Ради интереса я пойду открою 28 элитных ящиков. Это будет куда интереснее, чем просто сходить в Андрес. Так что давайте так и сделаем. Есть! Это неужели хотя бы один? Но он красивый, он мне должен этот дать что-нибудь. Спасибо. Я думал уже, что вообще капец, меня снова заскамили. Может быть еще один дадите, не? Не, ну пожалуйста, последний, один. Лучше бы я в астрал реально пошел, а? Такс, давайте смотреть. Надеюсь, выпадет хороший. Дамаг буст, каунтер буст, файр супрешн. Зачем? Так, ладно, залочим его. Смотрите, подождите. Алстат, давайте файр супрешн поставим. Кофе. Так, Fire Suppression, Alstat, именно мифические. Я же поставила Fire Suppression, верно? Верно. Так. Смотрите. Damage Boost, Fire Suppression, Counter Boost. Такой же гемчик. Снова такой же гем, Damage Boost, Fire Suppression, Counter Boost. Игра меня троллит, что ли? Нет? Не, я понимаю, она мне говорит, давай, ты сможешь, у тебя будет Мега Супер Набериус. Я хочу себе зелень нормальную собрать. Кстати, маленький такой фактик. А вот эта Ава, вот она, дается за 200 донатов в гильдию. То есть один донат это 5 кристаллов. И если у вас есть эта Ава, то вы задонатили в гильдию уже 1000 кристаллов.
Да, но так я вас разочаровал. Да, у меня буквально сейчас еще с гильдии задонатит, у меня 2 шардика остается. А сюда еще вроде дофига. Да, еще 12 целых шардов. И я очень сильно хочу. А давайте, знаете что, вот, чтобы немножко разбавить это все в видосе, я открою буквально 10. Мне же тут ничего не надо, верно? Давайте сейчас отсюда заберем. Вот просто 10 я сейчас открою, и будет хорошо. Честы. Да, мне нужна именно эта пушка. Хорошо. 10. Да. Да, да, я соглашаюсь. Неужели мифик? Беда. Ладно, давайте еще разочек крутанем. Так, хорошо, давайте перейдем к петам. Быстренько их за это скрафтим. Вот, такой крафт. Хорошо. И теперь мифик. А у ваши ставки. Кот выпадет. Нет, мне нужен очень-очень сильно кот. 2 кота. Конечно, конечно, уже 4 штуки, нахер ты мне нужен. Так, смотрите, мы заходим в комбо, а теперь. Здесь заходим, да, здесь мне нужно еще 2 котофея, а вот здесь чекайте, просто чекайте, 4 я собрал, офигеть, давайте апгрейдим. Все, просто машина. Еще чуть-чуть будет кос плюс 4, это уже неплохо. А, ну и пока мы сидим тут в команде, чекайте, еще я собрал. Вот, эта карточка мне выпала с астрала, когда я бегал, выпала на Е 4 статами, и смотрите. Давайте я сравню ее с моей, просто. Смотрите, у меня такая же на ЕП, но она на вуд атаку, а это в ватер атаку. То есть игра мне всеми способами, всеми силами намекает на то, что я должен собрать на Бериус. Не, ну прикольно, она как раз для Нави подойдет. Только тут когда редукт, а тут ХП. Но все же это очень прикольно. Вторая карта на ЕП, 4 звезды. Я думаю, будет 5, потому что первые 4 выпали, но пятерка, увы, не получилась. Бодич, чекай. Уже 8-й или 10-й, наверное, человек за год, которого я лично сам завербовал. Не благодари. Ноэль, спасибо, всегда поможешь. В целом, пойдет. Так, давайте все заберем. Сколько у меня там было? Подождите, я не увидел. 46 тысяч, как будто бы я вообще не тратил. Арена, ранг, Apex Silver. В смысле? Как будто изменился дизайн. Подождите. Мне кажется, или что-то тут изменилось? Вот. Подождите. Да, тут что-то изменилось, но не понимаю, что. Мне кажется, дизайн. Или, может, у меня уже кукуха едет. Но арена, ранг, Apex Silver. Такое было? Нет, я не помню. Очень странно. Все, ну давайте купим. 14 тысяч тратим. И здесь тоже тратим 6 тысяч. 25 тысяч осталось. 20-ку просто слилку надо. И это мы покупать не будем, у меня этого достаточно. Очень странно, ну ладно. Вот, допустим, я просто сейчас тащу свой ДПС. И даже не знаю, сколько выйдет, 193, 769, 778, 799 и 832, 824. Да, но уже 800 стабильно, это уже 814, нифига себе. 805, 831, может быть больше даже. Нет, больше будет, не будет. И нам в целом 800 это пойдет. 800 это хорошо. Все равно выходит 800 миллиардов. Там максимум 850. Выше не могу подняться вообще никак. Так что ждем завтрашнего. Я уже запинаюсь. Устал, простите. В общем, ждем завтра, чтобы набрать стамины. И не будем ходить в элитные ящики, а то меня игра уже задумала скамить. Пойдем в Андрес, заберем с магазина, поплачем и будем ждать следующего дня. В общем, давайте 1, 2, 3. Ну что ж, ребята, новый день, новое разочарование. Я не знаю, что сегодня будем делать, но нужно что-то выжить, откуда-то вот достать. И вот я знаю, где-то есть укромное место, где я прогадал, и поэтому у меня нет ни триллиона, ни 900 миллиардов. Ладно, что-то мне уже того стало. Так, давайте заберем все подарки быстренько. Так, у меня есть 280 стамины. Помните, я говорил то, что мы пойдем именно сюда, на в Астрал, Старвейл, пойдем на Андрес. Короче, я поменял свой взгляд и пойдем снова на элитные кейсы. Надеюсь, камень не будут меня. Hello, darkness, my old friend. О, нифига себе. Спасибо, интернет, который залагал, чертила. Да, пока с фул. Короче, не перестаем отчаиваться. Заходим в Forge, Quick Forge.
ой, не Forgers, Melfi, делаем эпики. Есть, я скипнул, сори. И теперь делаем мифики. Как думаете, каковы шансы мне выбить Моркс? Вот давайте, раз, два, три. Ну, ладно. Это тоже неплохо, хотя бы Лерадж у нас есть. Погнали на Лерадж сгоняем. Итак, открываем, нам выпадает... Два осколка. Ну ладно. И пушка, нифига себе, целая пушка, о май гад. Ладно, давайте ждем следующего дня. Да, сегодня вообще ничего не вкачалось. Ну, практически. Что ж, давайте, раз, два, три. Ну что ж, вот и новые сутки, среда, сегодня должны быть какие-то там обновления. Поэтому давайте не будем тянуть, сразу посмотрим, для начала все заберем. Да, все ежедневки. Ну-ка, неё, ага. Вот, бляха-муха, мне кажется, я зря в тот раз 20 токенов потратил. Я бы мог их сюда еще запихнуть и получить еще один сундук с андро-пушками. Я вот не знаю, следующее обновление будет Andro Soul Warp или же Наберриус. О, мне пожертвовали. А это значит то, что мы сейчас... Пойдем, да, у меня прям тут светится качать наш Soul Warp. Ура! Ура! 35! Я накопил! Я это сделал! Плюс D в 139, как я о нем мечтал! Так, апгрейд 35-35, 5-звездочный орб. О, да! О, какая красота! Только он мне ничего не дает, кроме звезды. Так, получается, 1, 2, 3, 4, 5 фуловых орбов у меня сейчас. 5. Не, ну, ё-моё, как же мне этот ор глаза мозолит. Кстати, давайте быстренько начну с маленькой такой фичи, которой я просто... Ну, я просто над своим проектом работаю, все, короче, смотрю, не буду рассказывать полностью. Смотрите, я специально эту штуку качнул до 3 звезд. Да, я молодец. Смотрите, мы ее сейчас сюда поставим, теперь вот сюда, и она нам дает... Так, здесь, ладно. Она дает Attack with Over Weapon в 15%. Короче, есть 15% шанс атаковать этим оружием, используя другое оружие. То есть, смотрите, оно атакует у нас вот так вот, смотрите, сейчас. Вот, прикольно достаточно. Из-за того, что у меня скорость атаки очень большая, поэтому я атакую очень быстро. Теперь я, например, беру это оружие, и когда я буду сейчас стрелять, атаки того оружия должны появиться. Смотрите, первая пуля. Да, появляется. Вторая, третья. Так. И давайте сейчас, сейчас удивитесь, потому что я тоже недавно удивился, то что эта пушка стреляет очень быстро. Я подумал, что сначала это какой-то баг, а потом вспомнил, что у меня скорость атаки прям очень большая. Так, давайте смотрим. И вот, они летают, вау. Но больше всего они летают почему-то с этой пушкой. Ну-ка. Кстати, нет, вообще, шанс вообще не работает. А нет, вот, вот, началось. Не, ну это просто прикольно. Все, едем дальше. И, кстати, вчера я максималочку выжил, где она? Максималочку выжил, 892 миллиарда у меня было. Практически 900, ну почти. Ладно, и давайте сегодня мы не пойдем, Андрес, как я и говорил, мы пойдем снова элитные ящики искать. Да, вы скажете, ты дебил, что ли, тебе уже 3 дня ничего не падает толком. Но я отвечу, я экспериментатор, так что погнали снова херню страдать. Нет, сегодня мы без гема. Блять, у меня уже нет слов. Ну что это такое? Ну 280 стамины, 3 дня подряд. Вы издеваетесь, нет? Не, я понимаю то, что у меня удачи нет вообще, но не настолько же, ну ё-моё. Засуньте куда подальше эти легендарные камни, у меня все фульны, даже уже на Наберриус фул почти. Вы посмотрите, что у меня в магазине есть. Давайте купим сразу же. Карта какая вкусная. Главное, чтобы на крит дэмэдж потом выпало. Подождите, давайте еще купим. А, ладно, уже. Давайте еще 4 кристаллика потратим. Да, ничего нету. Так, давайте зайдем. Ага. Апгрейды. И с помощью этой карты. Неужели у меня сейчас получится? Неужели, ребята, у меня сейчас получится? Как вы думаете, будет 4 звезды на атаке или не будет? Правильно, я лох. Ладно, ребята, я недоволен этой серией. Да, я там уже попрощался, но это будет где-то прямо перед концом ролика. Да, магия монтажа ломает мозг, но смотрите. Мы заходим в Soul Orb. Смотрите, давайте сюда сейчас сначала зайдем.
Так, где Лерадж? Классный такой меч, но смотрите, в конце он дает всего лишь дефигнор и максимальную ману, плюс 18. Если зайдем на Fire, то вот этого у меня прям дофигища. И на пятой звезде он мне дает дефигнор плюс крит-мод. Крит-мод мне более нужен, чем мана. А, так, подождите, я еще немножко запутался, поспешил. Короче, я его поставлю вместо вот этого, потому что это мне ничего практически не дает, ни звезд, ни нормальных бафов. Да, поэтому мы сейчас его сюда поставим, сейчас прям вкачаем его. А в будущем, когда появится Наберриус, мы вместо вот этого поставим именно Наберриус, потому что он будет у меня уже фульным, а сюда оставим также этот огненный. Так что как-то так. Смотрите, давайте мы его сначала вытащим, сначала все уберем. У меня есть 3000 сангвита, но пыли вот этой вот, за которой качаются орбы, ее очень мало. Так, какая же из этих пушек будет лучше? Так. Ну, обе говно, но вот эту мы убираем, вторую. Смотрите, заходим сюда, заходим, мне трансмут, нужно будет сюда зайти. Такс. О, один сангвит получили. Так, делаем вот так. Трансмут, окей. Теперь заходим вот сюда, я хочу посмотреть на это, сколько у меня их, сколько, вот про сколько. 89 штучек. 89, Карл! Это почти 3 пушки. А также, если мы зайдем все сюда, эта игра просто меня готовила, это была судьба, я на нее каждый раз ругался, но это была просто судьба. Вы посмотрите, сколько у меня, это Эми пушка, да, вроде бы, сколько Эми ключей, даже если это Белиал пушка, столько Белиал ключей, даже Батин ключей дофигища, так что меня просто игра к этому готовила. То есть, она хотела, чтобы у меня был именно Эдсол Орб, как бы это бредово не звучало. Так, теперь, я, конечно, доготовил на Наберриус, но у меня есть вот раз, два, три трехзвездочных. А, ты серьезно, 40-го? Ху-ху-ху-ху, сангвита у меня все равно мало стоит, то есть 600 это уже мало. Это уже не 3000. Так, ну ладно, ничего. Все, 4 звезды у нас готовы. Это просто красота. До 5 звезд я быть ее не буду. Можно, но не буду. Так, и теперь у нас открылся Soul Orb, верно? А, нужно его еще открыть. Ой, как же это красиво, как же это вкусно. Так, да, вот теперь он тут. Теперь мы его сокет сюда ставим. И смотрите, Аскин. 89, 89, блядь. Аскин, хорошо. 15, вообще без проблем. Да, дальше уже идет пыль. Зашибись. А у меня пыли нету. За 35. О, хорошо, прям хорошо, вкусненько. Давайте до 4 звезды за 30. Аскин. Во, теперь я серией доволен. Теперь хорошо. Дальше 5 звезда будет уже крит-мод. Там мне еще 31 фрагмент нужен, но это можно с ключиков легко накопить. Но я подожду Соломона. Сразу в Соломон схожу. А так, теперь у нас 37 звезд. Вот теперь мне это глаза не мозорит. Теперь уже более-менее дефигнор появился. Класс. Ладно, но не получается у меня и в этой серии апнуть 900 миллиардов. Там буквально 8 не хватило. Можно, конечно, короче, вы поняли. На ночном рейде с бафами сделать, но это не мой ДПС уже будет. Ну ладно. 810-840 уже у меня стабильно выходит. Это уже... неплохо, это уже прям очень неплохо. Надо, кстати, будет пронумеровать все видосы по прокачке, там неделя 1, 2, 3, это уже где-то 6 или 8 неделя, чтобы потом кто-нибудь посмотрел на нумерацию и такое сказал: «Не, ну нахер, удалю эту игру». Да. Короче, я надеюсь, вам этот видос понравился. Туго идет прокачка, да, это очень плохо, все это заметили, надеюсь. В общем, спасибо, что посмотрели, с вами был Вайнд, с вами был не просто Вайнд, а Нубасина, которая больше не может подняться, а были такие амбиции. Короче, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.